В новогодние праздники многие жители Ленинского района находились на отдыхе, но только не наши спортсменки. После серии поражений женская команда по баскетболу «Спарта НК» провела работу над ошибками, хорошо подготовившись к игре с «Леон Асвел Феминал». Цели и задачи, как обычно, самые высокие. Нам надо выигрывать. Мы играем две игры, одну дома, одну на выезде. И, конечно, сегодня очень важно для нас будет показать хорошую игру. И, конечно, надеюсь, сложится, что мы выиграем. Игра началась очень резво. Наши девчонки сразу бросились в атаку. Но серьезная оборона француженок никак не давала им добраться до кольца. Уже к концу первого периода гости опережали хозяев на 10 очков. Но болельщики надежду не теряли и верили в команду. Может, еще получится, но французы побыстрее. Нашим надо что-то добавлять. Тяжело в этой игре, тяжело. Хороший Леон, 11 номер, у них очень доминирует, так сказать, на Спарте. И тяжеловато им останавливать его. Посмотрим, чем закончится. Анастасия Фадеева, хоть и приехала из другого города и впервые пришла на матч Спарта НК, переживала за наших баскетболисток не меньше остальных. Ожидаем большего, конечно, чем сейчас. Но пока не все потеряно. Наша маленечка, я думаю, специально так делают, что чуть-чуть поддаются. Все будет супер, мы в наших верим. Наши победят. После перерыва и наставления тренера видновчанки ускорились, стали чаще атаковать. На радость нашим болельщикам француженки, немного подустав, нарушали правила, а благодаря заработанным штрафным Спарта НК набирала нужные очки. Видновчанки боролись до конца, защищались из последних сил, бросали трехочковые, но удача никак не хотела приходить на их сторону. В итоге в домашнем матче первого раунда плей-офф Кубка Европы по баскетболу Спарта НК проиграла Леон Асвел Феминал со счетом 52-83. Анастасия Воронина, Владимир Бежонов, Елена Кошелева, Видное ТВ.